Russia is a very good team, but our defense was brilliant. The crowd was very with a good vibe, and we like to play with this. We think that we have a very big responsibility with the other players that aren't here, and we think that we have to be champion. We know that it isn't easy, but we are confident. Конечно, Бразилия намного опытнее, фавориты, я считаю, фавориты всего чемпионата мира. Поэтому нам было очень тяжело соперничать с ними. Мы приобрели, конечно, хороший опыт. Постараемся в последующих играх исправить недостатки, которые выявили в этой игре, и показать более содержательную игру.